Последние звонки звенят для 8000 11-классников. Это же звоночек. Самое время задуматься, кем становиться в будущем. Способы определиться разные. Советы родителей, рекомендации учителей, проверка боем. Я заместитель председателя молодежной избирательной комиссии города Новосибирска. Ну и продолжаю работать и буду продолжать работать в этой сфере. У нас был предмет профессионального самоопределения, да, и там у нас проводились тесты, которые помогали нам в какой области выбирать профессию. Ты уже определился, куда будешь поступать, чем займешься в будущем? Если честно, совсем нет. Прям вот не знаю. Ну, понимаю, что инженерная специальность, а даже в какой вуз сказать не могу. Не самый редкий ответ. Профориентаторы отмечают, многие до окончания школы на перепутье. Чаще в школе есть ориентация, но на вузы. Сотрудники вузов с большим интересом работают со школьниками, ведут спецкурсы, занимаются с ребятами, в общем-то, немножко их готовят к вузовской системе. Выбрать вуз не всегда значит найти себя в профессии. В школах, где все чаще многое заточено под сдачу ЕГЭ, как ни парадоксально, помогать в поиске жизненного пути некому и некогда. Готовы помочь сторонние консультанты. Работает целая индустрия. Школьник может пройти подробный тест. Здесь микс российских и зарубежных разработок, методика, МГУ. Профориентатор беседует с ребенком и родителями. На выходе исчерпывающая характеристика. Это рекомендованная профессия, это рекомендация ЕГЭ. И каждый психологический ресурс, как качество, которое было изучено, их порядка 21, очень четко и подробно описано. И описано не просто как психологической методике, а как профориентационной, именно в профориентационной программе. Это те плюсы и минусы, которые ребенку помогают, либо мешают в той или иной профессии, исходя из его психологического статуса на данный сегодняшний момент, который мы диагностируем. Сейчас определяться школьники стараются раньше. Уже в средней школе приходится выбирать учебный профиль. Есть тесты и для тех, кто уже получает высшее образование, но все еще не уверен в выборе дальнейшего пути. В идеале помочь выбрать профессию должен был переход к двуступенчатой системе в вузах. На бакалавриате общие знания для карьерного старта. Проверка трудом, а потом человек оценивает, нравится ли ему, присматривается и в магистратуре уже углубляется в конкретное направление. Чтобы не делать перерыва, студенты просто параллельно с учебой начинают профдеятельность и по ходу корректируют не только учебный, но и жизненный план.